Да. Это временная конструкция. Ну, это чувствую. На крыльях. И как далеко этот забор идет? У нас есть информация по отношению возраста. То есть гороскоп, можно сказать, очень уникальный. Уникальность еще в чем? Даже не столько в вещах, скажем, и не столько в объектах 17-18 века, а именно для древнерусского времени. Поскольку считалось на сегодняшний день, что город именно Подол, как Подол, заканчивался в районе улицы Борочев Узвоз. Здесь же мы видим целые хозяйственные комплексы, то есть заборы. Скорее всего, это была усадьба. Здесь вот сруб, который уходит вот под этот массив. Есть предварительная договоренность со строителями. Они нам снимут, мы его успеем исследовать. Вот. И это несколько меняет концепцию вообще о жизни, скажем, Древней Руси, древнерусское время на Подоле. Ну и Киева в целом. Это уже уровень воды, да? Не, мы его засыпали уже немножко ниже. Это же был наш шурф, где мы максимально пошли до материка. Там уже случилась вода. Откровенно говорю, здесь обнаружение древнерусских срубов было для нас неожиданностью. Поэтому это есть такая мини-сенсация на самом деле. Потому что, я же говорю, считали, что город закончился несколько раньше. И это есть такой вот интересный исторический момент. Те, кто не бережет свою историю, не имеют будущего. Вот. Да, однозначно это должно быть сохранено. А там уже будем принимать решение, кем это будет. Либо это будет консервация, либо музейная экспозиция.